Явно что-то Слушай, разделили из-за него. знаешь, в чем моя проблема, чувак? У тебя есть проблема? Да. Но. Зайди на видеосос. Секунду. Ну и что? Посмотри, когда была последняя видюшка. Ну и что? Ну и то, а я на стриме. А какой интервал-то? 20 минут. 20 минут? Угу. И что ты мне предлагаешь? Я просто поделился с тобой информацией. А? Так, ребята забанили Шрака, забанили Анданга, пока мы тут лекались на личные проблемы. Я не понимаю, где банк Ускара. Я не понимаю. Я сейчас психовать буду. Он сейчас опять пойдет к Орду и просто развалит всю команду там. Какого-то шторма непонятного банят, какого-то Дайнха, который вообще не вышел. Пайпы они в этот. Как там оно? Вангвард этот рассказывал. Давайте Хускара сейчас и накажите их второй раз. Давай. Каскин, давай, рви. Я жду Хускара, я вот сейчас смотрю, я хочу этого Хускара. Ну ты пока, да, ты А пока там рассказываешь, еще и что там Дина пикают. есть у тех ребят, Хускара с ней очень дружит, просто отлично. Давайте Хускара, ну давайте. Вам Давайте. что, сложно что ли? Ну пикните. Ну, пожалуйста. Ну надо учить просто ребят играть в доту. Ну да, если они не хотят пикать того, кто их развалил, то это плохо на самом деле. Банить. Да, Бань. То есть они сейчас... Они сейчас возьмут пик, короче, ребята из ФФ и покажут, Шейкера как выбили, как Инферно это же играть, да. пик из Да, ФФ, да, который... да, да. Который проиграл. Сейчас они просто покажут ребятам, как надо играть на Шейкере и вернее, думаю. Еще и Хускара в ласт пике, это будет Да не просто... будет там Хускара! А будет Хускара? Сейчас ребята из ФФ возьмут Хускара и Хускар ляжет. Я на полном серьезе тебе говорю. Пошел резерв тайм. Второй пик от команды ФФ. Ты говори что-нибудь, что ты молчишь? Рассказывай ребятам, что думаешь об этом пике. Я свернул пока что, погоди. Ты что, издеваешься надо мной? Так, ну что, у нас Ринга залетает в саппорт, и это будет по-любому саппорт. Я думаю, что в Кирилле ее не надо собирать. Лутсикер с Сука, туск. аналитика какая от Лана подъехала, ух. Сейчас я отключу нафиг. Еще ливни. Да, и ливну из стрима. Блудсигер, Тускар, Антимаг отправляется в бан команды US. Герокоптер в пик. От команды FF улетают в бан. Как говорил Ангел, Шторм Спирит. Теперь еще ПЛ с Дарксиром. И сейчас будет третий герой. Пока неизвестно, что это будет за герой, поэтому немножко подождем этого героя. Чего страшного? Лина это походу в мид? Возможно, а может второй саппорт. Или это два саппорта хотя бы? Это могут быть саппорты вполне. На самом деле, еще на нашем турнире Лину мид не видел, на самом деле. Вот и думай, кто это может быть. Что мы не видели? Я не видел Лину в мид. На турнире, на стримах. Ну такое. Так. А капитаны у нас остались. Да, Вейзи прежние. Пауэр. Да, прежние капитаны. Или нет? Не, тут все тут сейчас у нас по-прежнему. Это в предыдущей игре там ребята менялись почему-то капитанством. Типа, Задумались над ты не капитанством. доиграл, да, ты значит не будешь капитаном, понял? Кстати, резерв тайм у нас подходит к концу, и ребята пикают Магнуса. Я думаю, что Магнус все-таки будет мид-герой. Почему-то. Ну, с Магнусом еще надо что-то иметь. Надо, чтобы прокастовалось РП и в РП что-то влилось.
Да, Пока что это пока. только стан длины, ну, типа РП, и по таймингу сразу стан длины, и все в бесконечном стане такие стоят, и потом Да, и просто потом приходит... выходит из этого стана и морду бьют. Нет, потом просто приходит Хускар с Харды, Да. БКБ с Доминатором, и что у него еще было? БКБ, Армлет, Эрмлет, да, и с и перчаткой на перчаточка на силу. силу, да, и И перчаточка на перчаткой на силу, и силу. все, это просто, это развал кабинета. Это здравствуйте, мы вас не ждали. Здравствуйте, это я, Хускар с Харды, привет, давайте драться. Угу. Или Хорошая тема. пил дабл кью. Почему бы и нет, собственно? Так, я сверну, мне немножко надо. Ну, все равно ничего не. Феникс у нас Да. отправляется в пик для команды ЕС. Это Феникс Харду. Я не увижу своего Хускара. Я хочу Где-нибудь. рыпнуть ребят. Ну, почему? Почему обязательно все сразу так плохо? Ну, не только Хускар может в харде стоять и разваливать кабинеты. Мне так нравился Хускар с Харды, он... У Хускара нету ни в пике, ни в бане, ну, я не понимаю. Понимаю, да. Ты насмотрелся на Хускара в миду, походу, в папочке и все. Не, ну в PUBG там был такой себе Хускар в миду, он проиграл игру. Ну зато он, как же он стоял, да? Как же он стоял? Я не знаю, я был в лесу. Все понятно с тобой. Ну давай, давай свою аналитику. Что там, как там пики происходят? Ну еще и Ланая уходит к ФП. А, то есть Ланай будет играть на ФФ? Или ФФ будет играть на Ланой? Да? Ланая идет к ФП. Уходит к ФП. Я понял, все, да, у нас отправляется в пик Ланай для Fire Спасибо, что Force. сказал третий раз. Да потому что ты неправильно сказал. Я правильно сказал, Ланая уходит к ФП. Реально, Ланай уходит в ФП. Ну и... Вообще нормальная тема. Ты так сказал, как будто Артизи уходит в ЕГЭ. Да живой я сейчас. Ну не в тему. Это как Крым уходит в Россию. Да, прикольная тема. Крым наш. Да, мне Кеш я ж наш. только рад, что тебя забрали. Да все, иди ты. Пиковый в бан. Иди ты в бан, да? Тоже нормальная тема, почему бы и не уйти в бан? Кто хорошо стоит слоной в миду? Пуч. Лучше вайпер. Чтобы еще такое вспомнить с периодическим уроном. Квапа с кинжалом, если даст. Она Ну сбивает. да. Все, закончились. Я не могу так сразу вспомнить. Почему вдруг? Кнёк. Еще и Феникс бы хорошо стоял. Но Некрофос это такое. Некрофос пике? Не, да, это походу в мид. И Воу, да, это некрофос, это ты мид дельта некрофос. боишься, что ли? И врач Да, Смок да. у нас идет на роль керри. Синкопепе. Да, Синкопепе будет играть. Ну, она будет в миду все-таки. Магнус пойдет в хард линию, и это два саппорта. Так, пока представлю команды. Команда слева теперь ФФ, команда Сил Света. Это просто Андрюша будет играть на длине. Свейз Пауэр будет играть на Темплер Ассасин. Вилд Лин будет играть на Магнусе, Свинка Пеппа будет играть на Врайс Кинге, и Россонери Зор будет играть на Венджфул Спирит. Тем временем ребята из команды US, которые уже... Ой, я, кстати, не поставил этот самый, что ребята из команды US уже выиграли вот эту галочку небольшую, маленькую, точнее, чтобы было видно. Ну, мы-то знаем, что уже у нас 1-0, поэтому у команды справа, команда US, есть шанс на... То есть есть право на ошибку. В общем, так, Инстин будет играть на Йоршейкере, Многоточие будет играть на Некрофосе, это будет мид. Факин Гопник Тесла будет играть на Фениксе, Каскин будет играть на Герокоптере, это тот, который играл на Хускаре. И Килл Ла Килл будет играть на Виктор Виверне. Игроки когда свапаются ролями. Да. Ну, я, кстати, да, замечал, по-моему, даже не, может, даже не эти, а И какие-то... Билдинг еще играл за Винтера в прошлой катке, а сейчас он идет в хард на Магнусе.
Тоже интересно. Да, прикольненько. Ну да, слабо. Я, кстати, замечал, А что теперь реально. кто у нас саппорт? У нас саппорт просто Андрюша и... Так. Ну да, Россо Как это Нерисорес. прочитать? Россо Нерисор. Понятно, короче. Ну смотри, какой. Это просто Рос. Давай так его называть. Рос. Да, Россо Нерисор. За лингу. Рос. Россо Нерисор. Рос. Россо Нерисор. Я сейчас приеду в Павлоград. Россо Нерисор. Смотри, у нас у Магнуса такая шубка прикольная. У Магнуса что? Шубка. Смотри, ну нажми на него. А все, нажал, нажал. Шуба. Шуба такая. Где он делал танго? Но у него откат своего танго. Да. Это интересный момент. Он сажал уже одно дерево. И я даже скажу, наверное, какое дерево. Нет, не скажу, какое дерево. Я пока не знаю, какое это дерево. Ты не узнаешь. Да ну не, я же по бревну-то могу узнать, и потому что где-то пропало дерево. Виллинг вкачал третий скилл, он качал сьювер, он... Ну, это такое А тут слово. должно быть дерево, вот тут. Я не знаю, А, ладно. нет, это забор. Дерево? Это забор. Блин, я не могу. Я хочу найти это дерево. Шейкер у нас стоит сзади. О, кстати, курьерчик, как у меня, Я и у не вас. понимаю, что он тут делает. Он хочет убить курьера или как? Что он тут забыл? Он просто стоит, смотри на него. На кого, на кого, на кого? Ну вот, Шейкер, он просто стоит. А, ну он будет заходить в спину, если что. Да? Да? Или если Некрофос будет домини... О, кстати, ну, как-никак, вот Некрофос это тоже хороший периодический урон. Он не сбивает рефракшн. Ну, все равно периодический урон. Но он не сбивает рефракшн, Ну... а суть в периодическом уроне, когда ты стоишь слоной в миду, это вот. Я это понимаю, но ты... Да, Мы просто... стоишь, а ты не Мы с понимаешь. тобой говорили, мы с Да тобой... ты рак. А, ну хорошо, допустим, да, я рак, я этого не понимаю. Кстати, вот курьер, да, он все-таки будет пинать курьера. Это мой курьерчик, это Это, короче, очень интересные вещи происходят. Че, прикольно, на шейкере брать Шейкер у нас курьерчика. пошел в БХ. Да, шейкер у нас теперь БХ. Он еще и смог себе взял, это типа низик его будет. Ну да, типа инвизи будет уходить. Это еще повышает скорость бега, если нормально уйти. Ой, хорош, хорошая фиссура, теперь некуда деваться. Ну да, Бьет. есть Что, и рефрак. некрофоз отхватить может люлей? Да И нет, он не нет. может уходить люлей. А надо было У-у-у-у. стоять! А надо было стоять и первый скилл прожимать, и тогда все было бы получше. Да, Шейкер, не кстати, доиграл. еще одну. Так, ребята, пикают, что тут руна инвиза, но сейчас ее Руна возьмут. сейчас умрет, короче, в миду, руна инвиза, некрофоз, и И да, есть еще фигура еще и близко. фиссура сейчас. Я не понял, она что-то знает? Нет. Или да? Ну, да я показывал Магнус, что там забирают. С тембардыш, А походу. вижен там есть? Да, тут Да, два. тут есть А, вижу. в одинаковом месте у обоих команд. Так. Креветочки у Ланой, Ну-ну-ну. креветочки в 2015. Так. Так, ну-ну-ну, что будет, что будет? Я даже никуда не смотрю больше, я только смотрю за этим. Ну тогда. А на остальных линиях у нас просто фарм. У нас трипла, короче, стоит против Феникса. И Дабла стоит против Магнуса. А Шейкер у нас АФКшит просто в миду и курит ждет. Не, он Но курит, у нас еще не будет долго, он ждет убийства от Лана. Но на она уже самом деле, вот то, летает. что он стоит, он мог стоять и делать стаки. Ну, хотя бы. Ну тут, да, и для кого их противником. Кстати, смотри, смотри, там выход взад. А где фиссура? А где фиссура? Выход взад, а больно, больно, Он же очень стоял тут больно. все это время. Шейкер просто выкашивал миду и не дал свой скилл, чтобы спасти союзника своего. Просто Мидера своего даже. смысл того, что он тут выкашивал. Я не понял, просто втроем вышли на одного парня, который, в Но это принципе, нормальная тема. неплохо держался. Да, нет, просто проблема в том, что вышли втроем на парня, у которого был шейкер, типа, в запасе, но этот шейкер потом просто сказал, да ну его. Шейкер просто кинул. Да, просто отдал своего мидера, такой, да ну, кинул там все, типа, ну я пытался.
и ушел. Я все. Да, я все. Я закончил. Спасибо за внимание. Спасибо за день. Да, спасибо, спасибо за ночь. За ночь. Спасибо, спасибо за за сына ночь. и за дочь. В общем, ну, я не знаю, что это реально было. Это был просто Ну, это трэш. было интересно. Ну, так у нас в медиа опять какой-то экшен. Ой, ну да, да, все-таки же Она хотела проходит. вернуться от первого скилла Инвизом, да, Некрофоса, но как-то не задалось, не задалось. День не задался изначально с утра. Звезды плохо лежат. Да-да-да. Так, тем временем пытается пинать она его. Ну, она может его, в принципе, запинать. Но на самом деле... Это был ульт в рефракшн, я правильно понял или нет? Не-не, ну, ульт-то пробивает рефракшн, по-моему. Ну, Нет. в принципе, ну, продамажил этот ульт, продамажил, но не убил. В этом проблема. Если он... Ну, ясно, короче, там просто и вижена как бы и не было, и она что-то спряталась, но не захотела он идти дальше, чтобы убивать. Но на самом деле, если бы он прошел и первый скилл бы дал... Ну да, он бы убил, да, он бы убил. Надо было ему как-то убивать все-таки с косы, с ульты. Ланая взяла хасту. Ланая юзает хасту. Подожди, Ланая взяла хасту, да? А сейчас там появился теперь этот, я понял. Неплохо, неплохо. Ну да. Да-да, если бы там была хаста и ДД, это было бы просто этот лакер, такой жесткий был бы. Но СФ уже был в ДД и Инвиза, но правда он тогда умер. Так, на хосте очень больно бьет, но... Но ну, мне отходим, кажется, да. что Ланая как-то... Ну, ты просто не умеешь бывать на Луной, поэтому ты говоришь, ой, Просто Луная использовала такая... свою хасу. Ну, не знаю, Крафос, кстати, у него через 24 секунды льда отходится, он может попробовать убрать ее еще раз. Кстати, про то, что... Про Лану и про мои убийства на ней я участвую опять завтра и надеюсь, что она мне не будет. А, ты участвуешь завтра в этом турнирчике, да? Да. Mm-hmm. Что не будет она в пуле, ну, в моих парах. Надейся. Спасибо. Пожалуйста. Так, у нас вообще ничего не происходит, у нас тупо я камеру не убираю, спида вообще. Крипстат у нас видно, в принципе. Все, на этом все закончилось. У нас сейчас турнир 1 на 1. Это фертблат 1 на 1, кап 1 на 1. Брайт Кинг у нас, похоже, идет в блинк. Да? Такой жесткий Брайт Кинг. Да, у него 200, да, я думаю, что таки он купит. Кстати, я подумал сначала, что... Ой, станчик дал, все, станчик там. Ну, продолжения там не было. Лена стояла вдалеке, и Банна от нее не последовала. Блинк на 7-й, ну, 8-й минуте, ладно. Нормальная тема. Еще даже 100 левел чувак не апнул. Я думал, что блинк у Магнуса, и еще включил на него, так думаю, ну нифига ты там, пацан. Ага, ну Магнуса только тапок и ботель. Ну и 500 на рука. Зато у него есть шубка. Так, у нас внизу принимают Феникса. Ну, Феникс прожимает яйцо на последних секундах, но все равно. Ну, если раньше... Ой-ой, да, забирает. Хорошо, забирает. Тут Некрофос. А почему Рейтинг умер? Проблемы. Так, а теперь, да, теперь у нас у Некрофоса проблемы. Его же может забрать Митер. Золоную. А, не, ну так и я могу сделать. Да, не убить Золоную ты можешь. Так, тут время принимает, по-моему, вингу. Забудилась винга немножко. Нет, там еще ульт от Лану. Луна сейчас может забрать этого шейкера. Сейчас, да, еще есть стан от винги. Стан. Бам, хороший стан, да, не успевает фиссурочки. Отлично, фиссура не попадает по ней. Так, будет ли сейвать ее пытаться как-то. Атычка из инвиза, это даже я знаю. Все было атычка. Все. Тут сейчас Феникс просто, смотри, наказывает всех. Вот, кстати, эпический. Вот эпический урон, смотри. Да. Я, в принципе, и хотел сказать, что Феникс стоит хорошо с ломой миду, но потом его взяли в хард. Короче. Короче, неправильно используют героев, да? Не так выставляет линии. Да. Так, ну смотри, что у нас. А Некрофос у нас вышел в ИУ. Ну как, он не вышел еще, но он собирает его. Да, рецепт у него есть.
Так, смотри, тут, ой, тут герокоптер принимает. Прям хорошо принимает Лину. Не знаю, почему, что Лина вообще тут делала. Герокоптера А, жив. нет, Лина там жила. Так, подожди, это же Каскин, это же тот самый Хускары. Как бы не удивлен. Да, я понял. Не, ну просто этот Каскин Если раньше был Нуглинга саппортом. умерла, нет, Не-не-не-не, ну он решил отойти. А может, не хочет нет. отходить? Не знаю сейчас, что будет. Тут еще один ТП, и это ТП Это от Магнус, Магнуса, но да. Магнус ничего не сделает. Смотри, ракеточка вставится. Стан. А если Скьювер даст? Ой, а будет? А что будет вообще? А ничего не будет. Ну ничего не будет, он промахнулся своим скиллом. Шоквеймом. А Виверн Ой, там ой, пулик. ой, о, подвезли Еще и Виверна где-то. паровозик. Еще и Да, Виверна Вивер там где-то пулик, кто убил? где-то померла. И Ланая убила еще и Виверну. Ой, сейчас еще могут этого Феникса принять, но не будут. У него есть яйцо, в принципе, как его сложно будет не принимать, в принципе, если не втроем, потому что втроем запинает яйцо изи, да. А вот одному бедному в райскингу будет сложновато. Но что ты его пробедняешь? У него там Ну, боевые не, скиллы. у него есть блинк, но у него скорость атаки очень-очень маленькая. Вот ты просто пристаешь к человеку. Я Ну, представляю героя, а не к человеку. Что ты приколебался ко мне вообще? в Райт Кинг это изи абус ММР. Врейкинг? Я думал, ты хотел сказать, что Врейкинг это человек. Нет, это изи абус ММР. Ну, у него нет скорости атаки. Сейчас. Конкретно сейчас. Ну, потому что он вышел, блин. Ну, я иду обычно в обраточку, там, Ну, да ты типа. идешь. Ну, и обраточка тебе, кстати, тоже не добавляет никакой скорости атаки. Ну, зато в дэмэдж хорошо. Ну, и дэмэдж хорошо. И дэмэдж возвращается твой хорошо. Хорошо. А скорость атаки тебе дает это? Нет. Ну, и ему не дает ничего скорости атаки. И понимаешь, что теперь он соло не может забрать яйцо. Ну и все, ну и молодец. Пристал ко мне, блин, Я, сидишь. это ты ко мне пристал? Чего ты ко мне пристал Да с... иди, да иди ты в жопу, я в последний раз вообще прихожу к тебе, все, ты меня обидел. Спасибо! Пожалуйста. Ты перебиваешь меня еще тогда? Так кто? Так ты! Я? Ну говори, что там хотел, давай, я слушаю тебя. Подожди, я читаю, что тут ребята пишут. Вообще-то, наверное, ребята не в курсе, что общаюсь только капитан команды. А капитан команды у нас капитан. Многоточие и Да. Но еще вообще как изначально был капитаном Инстинкт. инстинкт. А ты же говорил, что капитаны не изменились. Ну, не изменились с первой игры на вторую игру, а вообще в целом изменились. Так, подожди, мне надо еще что-то пропустить. Сейчас Ой, я вспомню, что. боже, у меня что упало? Ну, у нас пауза, в принципе. Я приду, разберусь сейчас. Подожди, Влад. Всех на месте держу. Да, если на месте сидят, в принципе, вроде. Так, все, что за пауза? Сейчас открою чат. Так. Войд, ща. Стратегия. Драка, паузы не делаются, как бы, пацаны. А ты видишь драку, никто никого не видит. На миду что? Что на виду? Но на миду сейчас. А кто ТПшится на мид? Вот он. Я не понимаю. Я не понимаю. Это шейкер? И нет, это не шейкер. Посмотри по... Стоп, кто-то пешится в мид или что? Да, кто ТПшится в мид, кто А, вот, сюда топит. пешится в мид, и я просто посмотрю, что... Кто? Сейчас скажу, подожди секундочку. Виверна. Все, не надо. Я и сам все решил, понял. Да, вот, верно стоит Да, все, ТП, все, о видишь? чем мне твои дада, я сам Кстати, понял. посмотри на Верну в 3D. Какая причина паузы? Ты торопишься, 15 минут. 15 мин? Чё? 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 Каверна, прикольно. Не, 15 мин, ребята, это слишком.
Значит, да, значит, таки он капитан. Пикал просто другой чел. Так, драки, все-таки драка в миду, да, там, ой, сейвают очень хорошо парня. Ой-ой-ой, выживает, ну, хп прожимается, регенерация, вообще отлично все заходит. Сейчас можно подраться на разворотике, захватит спорить, заколебали меня уже все. Сейчас вообще стрим выключу и пойдете домой все. Ой-ой-ой, давай, маму подключи. Что? Маму подключи. Ну, типа, кто ты по жизни, скажи. Ничего не буду говорить, я примерно интеллигентный человек. А ты не знаешь его маму, да? Чью маму? Я вообще не знаю никаких мам. Вообще не знаешь маму? А я даже свою не знаю. Ты свою? О, блин. А вот это, кстати, это плачевно, на самом деле. Плачевная ошибка. Плакать хочет. Да. Ну, билд у Некрофлоса, конечно, интересно, он выходит в Иулу, он уже вышел. В Иулу? В Иулу, ему уже... Несут Иулу. Ослик несет Иулу. Ослик, Влад. Ты чувствуешь это отвращение? Да. Почему отвращение? Ослик хороший курьер. Ослик стандартный. Да. А ты что? Ну, лучше кабана, чувак. Давай не будем. Давай будем! Ну давай будем. Это, по-твоему, кабан лучше, чем ослик? Я думаю, что они равноценно не очень. Ну, подожди, ослик стандартный курьер. Безобидный стандартный курьер, а просто те ребята, которые выпадают... Отличная фиссура от шейкера, мне понравилась. Отлично, да. А второй скилл выйдет? Вот. О, да, тотемчик хороший. Свапнулась, да, свап, но не выживает. И Некрофлос ее допиливает. Так, короче, очень интересно, все скиллы провязали, мне все понравилось. Отличная драка, давайте еще. Ну, тотем был норм, тотем был норм. Братик, слышал блинки, как-то фарм у него на этом остановился. Да, у него 200 крипов. Ой, 200 крипов. 200 голды после блинка. А, не, он купил ПТ. Он купил ПТ. А, то есть он вышел в голый, блин, да? Он вышел, у него был Boots of Speed, то есть тапок обычный. И потом он купил себе дагер. А потом он себе купил полный ТП. Ой, ПТ. Так, стан попадает хорошо по Винтерверне, но на этом все закончилось. Сейчас ульту прородить него. А, кстати, ульта была, если бы она ее дала, там еще 2000 и все. Да, возможно. Возможно, лагуну можно запустить и все. Так, ну ребят собираются, тут, по-моему, еще будет драка какая-то жесткая, хэслэма нету, будет только фиссурочка. Гирокоптера не будет драки, не будет драки еще и в Райткинга, то есть драться будут... Все, кроме Керри. Все, кроме двух основных героев. Ну да. Что, основные герои КПЛ это мидеры. Физура так, подъехала? Да, физура подъехала, закрыли Лину от всех. Винга не умрет, потому что там ульта первого левела, он должен был об этом знать, если он пикал. Ой, а это был, это, я думал, это был РПшечка. Так, ну, в общем, яйцо было поюзано уже, развал, умирают, да, развал. Это даже еще Хускара не было в пике, чтобы вы понимали. Ну, и еще даже приняли маленькую, миленькую девочку по имени Темплар Ассасин. ВК в итоге не понял. Даже, я думаю, ВК бы два раза тут умер. Вот, сейчас он, кстати, умрет. Наверное. Нет, пинает, пацаны. Воротин может разобраться с этим. Ну, сейчас он один раз сдохнет и может разобраться. Но если никто не прилетит. Нет, он разобрался, короче. Или нет? Подожди, еще живет. Хилится. Сейчас будет стан. А он спрятался в деревьях, туманцы. Все, короче. Боже мой, что творит это... Ой, смотри, разворотит! На самом деле, Воротин, он мог блинкаться из блинка давать стан, но он не захотел этого делать. Ну, но опять же, он не знал, что он там один. Проблема... Вижне. Да, проблема вижне. Но вижне, в принципе, есть, но он не там. Кастинг Сигур фармит он с доминатором. Так, если он с доминатором, то должны быть стаки. Стаки есть. Так, он потомик зафармит, и БКБ уже... хорошо, да, и будет близко БКБ. Так, БКБ смока. Есть Винтервер на смоках, есть Крокоп, то и Феникс в смоках. Будут ли пробовать ребята как-то принимать? У Смотри, байтят на парня, по-моему.
Ну, Венга, что жила, что даром. А, да, Венга тем временем принимается. На Изиче Герокоптер и Волдауном добивает. Ой, а Герокоптеру больно, он отбивается. Ой, РПшечка. А как он вообще Феникса достал? Феникс Феникс выживет. выживет. Нет, не выживет. Яковлина, да почти откатилась, там такая... Смотри, тут 2 лоу хп. Ай, умерла. Там меха откатилась практически, почти, там, вообще почти. Тут уже просто трипл килл. Там длина была на 11 хп. Все нормально. И первый скилл сразу. Отлично. Красава. Боже, просто как же он играет? Это ультракилл. Не, не. Не понял. Был, ну, короче, разделили, разделили. Не получилось. Кстати, Юу есть, да, это будет аганим теперь уже. Это Огр Клаб, это Staff of Wizardry, поэтому... Ну, мне кажется, что... Ну ладно, я не буду ничего говорить, посмотрим еще. В смысле? Ну, это 2-0. А, я понял. Ты просто открой графики, и там преимущество сейчас 7500 у команды US в этом голде. И не в опыте 5, да, 5000. 7. Ну, это 7. Да, ну ладно, 7. Пускай это будет 7. Может, ну, это... то есть на... Ну, то есть это очень много для такой стадии игры. Отыграть это очень сложно. Только если будет очень хороший РП, и Лана, если с пассивочки там что-то раздаст, ну, то есть они будут стоять типа в ряд, и она будет бить, и раздаться это всем. И если еще и Лина даст стан вот в это все, тогда может быть что-то, но это все очень сложно прокастовать. Так, нормально, стан, нормально залетел в лагуну, забрали быстренько. Некрофосика. Мне очень интересно, что Некрофос делал. Свап, яйцо. Яйцо. Ну, зря она пошла за этим яйцом. Нет, она останется живая, потому что... Подожди, что происходит? Происходит драка, происходит то, что ребята из ФФ немножко отыгрываются, ребята из ФФ немножко дают дэмэджа, и вроде бы как сейчас Ланая попробует разобрать обоих, но прожимается Ланая ульта. Умирает от Феникса. Нет, пока нет. Умирает. Ну, знаю, знаю, да. Они еще и поставили центр фарт. Боже, просто Лана умирает от хардера, да, и от саппорта. Все. Ну, пока не умирает. Подожди, она еще же... Да, боже, как же долго она живет. Сейчас птички. Если он попадет хоть одной птичкой... Попал птичкой. Одной, но это много не сделало. И первый скилл. Давай. Оп, хорошо, хорошо. Ну, все, на этом все закончилось. Боже, как же они за ней бегали. Как же она выживает. А что там у нас в нетворсах? В нетворсах Лана у нас четвертая, а Феникс пятый. Так. Прикольненько. Так, смотри, кулдаун там залетает. Неплохой кулдаун вроде бы как. Нет, короче, ужасный кулдаун, забрали Герокоптера. ФФ сейчас что-то очень интересное делают, они... По-моему, они обидели, что ты сказал, что это 2-0. Герокоптер в таверне. Да. Чем вы идете драться? Что это, блядь? Что это за экослэм? Хороший экослэм, вообще-то хорошо зашел. Забирают тем временем все-таки в Райскинга один раз и заберут, наверное, второй раз все-таки, даже без экослэма. И заберут с косой. Да, заберутся, наверное, с косы уже все-таки. Можно, да, уже можно. Прожимают косу. Да, это минус. Какой хазлэм! Как будто просто... Он как будто, знаешь, как будто просто сел так и встал. Так, бум, и все. Просто... Ну, не знаю. 1500 голды он имеет сейчас на руках. Сейчас еще и вышечка это упадет, и если бы он еще и не выходил в арканы, а делал бы чистый блинк. Да, он бы не, уже... Не, ну арканы тут... Ну надо. Они полезны, потому что они дадут, да. Так, темплоросаси немножко прожигается. А лагуну да. Пустить в этого некрофосика, у тебя же там второй... А, нет, это первый левел лагуна, все я понял. Да. На самом деле очень больно ребятам от Феникса. Ребятам очень больно от Феникса, когда он кидает в них птичек. Это имба имбиная. Сейчас у него скоро будет шива. Когда-то будет. Смотри. Зачем они хилят в лоу? Некрофос не хотели. Они хотели. А только что тут был имбиня. А, все, он ботли. Я забыл, что некрофос ботлом. Да. Так, что там у нас в графиках? Так. В графиках? Понятно, все в графиках. Нет, подожди. Ну, сначала такое. Они отыгрались, а потом снова
Пустили. Да, запустили. Ну не знаю. Тут им надо, конечно, хорошо отыграть. Тем более нету сейчас у ХСЛМа, а Для у них. команды US надо Ой-ой-ой, сейчас... хорошо, хорошо залетает в Райскинг в одиннадцать во Это всех. был байт. Это был байт на Виверну и Еще Райскинг. одна коса, откуда нам здесь взялась? Но как бы там откаты не очень огромные. Сколько? 80 секунд. Да. В общем, ну, в итоге забрали еще раз его с косы, Сейчас сейчас его вытеснит еще у не шейкера. будет. Вот прямо он уже чувствуется вот после этой вышечки. Да, ой, хорошо, да, он ее еще добил, и он сразу с блинком, и все, ему уже летит этот блинк. Где гирокоптер у нас? Гирокоптер у нас Фармит. фармит вверх, он в БКБ, он зафармил все стаки? Нет, стаки стоят, там единственное. Подожди, это Нет, он другие. зафармил, это другие стаки. Да, это новое. Админы хуесосы. Так.